В Северо-Казахстанской области завершается уборка масличных. Культуры скошены на площади больше 636 тысяч гектаров. Это 89% всех посевов. Намолот превысил 649 тысяч тонн при урожайности 10,2 центнера с гектара. Полностью завершили уборку масличных в Есильском, Тимирязевском и районе Шалакына. По темпам обмолота впереди акаинцы, а наивысшая урожайность в Тайншинском – 12,8 центнеров с гектара.